Отака у О, нас отака у скиця. нас киця-помічниця. А отже, вона вже готується до відпустки, наближається час відпусток. І вона я... вже у відпустці Так, ми вже повірте. практично так. Галю, ну ти точно вже у відпустці. І всі ми знаємо, що, мабуть, немає такої людини, яка б кудись їхала і не прагнула повести потім додому свої спогади і ті яскраві моменти, які вона бачила чи переживала у цій відпустці, в цьому гарному місці, куди вона поїде. Отже, сьогодні ми будемо з нашими гостями розповідати вам, любі наші телеглядачі, як правильно та гарно робити справжню літню фотосесію. І до нашої студії завітала фотохудожник Ірина Гузий. І, до речі, Ірина – керівник гуртка юних фотоаматорів «Фотокрок» будинку творчості дітей та юнацтва Ленінського району. І вихованці Ірини, Дарина та Анастасія. Доброго ранку, дівчата. Раді вас бачити у такій гарній компанії. Ви фотографії взяли з собою. Так, Ірино, як ви стали фотографом? Фотографом стала совершенно как бы случайно. А у нас є нагода і можливість подивитися ваші роботи. Дело в том, что у меня как бы муж был в командировке за границей на длительное время, год, и я была с ним, мы жили в Испании, и за это время мне бы просто больше нечего было делать, как заниматься ребенком, вот, ну и плюс вокруг столько было красоты, которую как раз и хотелось оставить себе на память. И я начала снимать, ходить, вот, где бы мы ни были, я все хотела как можно больше себе на память оставить. И такая звичка завышилась. Да, эта привычка осталась, да. Подорож закончилась, да, но вернувшись домой, я начала себя искать, и вот вылилось это в более профессиональное... Уже мастерство, да, вже такое стало моєю професією. Як вам вдається знайти такі якісь цікаві моменти і врахувати, і запам'ятати у фотографіях і враження, і свої відчуття, і свою думку власну передавати? Ну, фотографія, вона тренує тебе, вона заставляє задуматися, і коли ти смотриш відеоіскатель, ти ограничуєш свій взгляд на мир і іще щось більш конкретне. Цьому я учу і дітей, щоб вміти зосередоточитися на якихось мелочах, замічати, і от тоді і рождається інтересна фотографія. Ну, звісно, треба багато читати, багато наблюдати, багато вчитися для того, щоб дійсно вийшло інтересна фотографія. Дівчата, чому вас навчила вже Ірина? Скільки ви займаєтесь? Я займаюся 3 роки, і за цей час мене навчили, ну, як азам фотографії, головним правилом. Більше всього, за що я благодарна, це за те, що Ірина Сергіївна навчила мене бачити от чудо в тому моменті, от, як люди рухаються, як люди розмовляють, що це необычно, і що це можна дійсно залишити собі на пам'ять, навіть якщо тобі просто незнайомі люди. Такий момент. Настюша у нас. Настюша, сколько скільки ти займаєшся? Я вже займаюся один рік. Тобі подобається? Так, мені дуже подобається. Я буду продовжувати займатися фотографією. Ну да, що, да. Допоможете зараз літо? Всі дітки люблять літо, правда, відпочивати. Допоможете нам працювати і гарну фотосесію літню створити? Да, поможем, да? Поделимся небольшими секретами. Конечно, большой мастер-класс не получится, но кое-какие советы, порады мы дадим. А девчонки у нас на майданчик. На майданчик, да. Отже, літо. Якісь правила? Какие правила? В принципе, есть основные правила, которые не важно, какая пора года, но главное это всегда, особенно летом, обращать внимание на солнце, на наш главный источник света. И одна из главных такая особенность, что вообще-то фотографироваться лучше всего либо в утреннее время, часов до 10 утра, либо в вечернее время, уже где-то после 5 часов вечера. Чтобы тоже яскраво светло. Чтобы было, да, не сильно яркое солнце, потому что будет все залито солнцем, будет тяжело. Модели, как правило, щурятся у нас от солнца. И плюс еще появляются резкие тени, которые тоже не добавляют красоты портрету. Но дело в том, что когда мы в путешествии летом, и мы находимся в каком-то интересном месте, мы не можем договориться с солнцем и с экскурсией гулять только утром или вечером. То есть если у вас такая получилась ситуация, что вы вечером, чтобы в обед гуляете и хотите оставить себе на память, либо
о здании каком-то, либо себя на фоне какого-то красивого места, то есть такой совет. Либо найдите тенистый уголок, чтобы была равномерная тень, либо включите, тогда воспользуйтесь еще фотовспышкой. Вообще-то фотографы не любят вспышку, но в солнечный день для того, чтобы как-то скрасить эти тени под глазами и так далее, то можно воспользоваться вспышкой. Ну и самое главное, первое правило, это надо научиться держать правильно в руках фотоаппарат. Як треба тримати? Зараз наші помічниці покажуть. Да, я вже тут підготував нашу модель. Сьогодні буду її супроводжувати як security нашу модель. Отже, будемо зараз ми з нашою кіцею фотографуватися. Дівчата нас пофотографують? Пофотографують. Пофотографують. Ви їм, пожалуйста, маленький фотоапарат, що маленький, давайте, маленькому давайте зараз, фотографу дайте. Давайте нашому маленькому фотографу, ми дамо їй маленький фотоапаратик. От, от ми з кіцею помічницею тут будемо у якості фотомоделей сьогодні. Тогда а ви нас будете фотографувати. Давайте. Чому треба помінятися місцями? Ну, там фон у нас сонячний потрібен, красивий так. Фон, а фотографи наші тоді... От бачиш, в мене вже тут море є, кицька є, ну, от небо є, сонце є, я трішки є, бачиш? От зараз будемо фотографуватися, ви кажіть мені, як мені стати, що мені зробити. І взагалі, з чого треба починати, скажіть, будь ласка. В першу чергу, як я говорила, треба фотографу навчитися правильно тримати фотоапарат. Покажіть, дівчатки, як ми тримаємо. Якщо у вас зеркальна камера, ви держите вот таким образом. Если у вас мыльница или компактный фотоаппарат, Настюш, покажи выше, как вы держите. И держать надо его... Главное, как... не закрытый фотообъектив. Да, не закрытый. Главное, держать его плотно, да, то есть максимально. Большая ошибка нас, люди, когда снимают, они спешат и быстро убирают фотоаппарат. И фотоаппарат еще не успевает запечатлеть снимок, который вы хотите сделать. Поэтому часто получаются смазанные снимки. Поэтому в первую очередь надо выждать, когда ваш фотоаппарат это заснимет. Зеркалка она делает быстрее, компакт делает чуть-чуть медленнее. Там горит лампочка, и вы можете по индикатору определить. Отже, починаємо фотосессию. Давайте. Фотосессию. Поїхали. У нас стоит модель. Очень модель. Часто большая ошибка. Какая? О. У нас, Дарина, покажи. Настя, покажи. Что значит? Вот подходит у нас фотограф близко-близко, вот, и фотографирует. И на так называемом широком угле, то есть когда вы смотрите в свой объектив и видите все-все-все, что только можно. Что в результате этого получается? Получается у нас деформация. У нас, если вы хотите шарж другу подарить, то вы так и фотографируете, да, чтобы был большой нос, а все остальное маленькое. Руки, ноги маленькие, а нос большой. Поэтому, чтобы сделать правильный, красивый портрет, фотограф должен отойти немножко от модели, да, и... приблизить чуть-чуть зумом, да, или как выдвинуть объектив. Фотографируем нашу кицю. О. Кицю. И ведущего. Да, так, да. Кицю. Як ми зараз ще зробимо з тобою, кицько? Ну-ка, давай. Так, очочки, куди ж нам тобі сячеш? Шляпу. Шляпу. А ви зараз ще й шляпу. Зараз візьмемо з вами шляпу. Теж треба вміти фотографувати. Вдягнемо цю шляпу на кого? На кисю чи на мене? Модель должна бути свободна. І що? Очень хорошо, когда модель у нас свободна. Фотографируем, девочки. Свободная, когда раскрепощенная, когда нет вот замученного выражения лица. Или сейчас очень часто девочки сфотографируются в одной и той же позе, вот, как-то сжимаясь, и голова на бок. То есть все-таки лучше... То есть, главное не сжиматься. Не, да? сжиматься, не сжиматься, быть свободным. Так. Это одна из главных задач. Потом... Дуже часто фотографуются в окулярах. Мне кажется, что это закрывает очи. Закрывает глаза, плюс еще отражается фотограф там с фотоаппаратом. То есть тоже, ну, это на любителя, конечно. Но... Если хотите показать новые окуляры, то будь ласка. Да, то будь ласка. А если вы хотите себя все-таки во всей своей красе, то лучше очки, наверное. Кисе, тебе подобается, она хорошо и подобается. И еще... добре використовувати? Які реквізити? Ну, смотря от того, где вы находитесь. Если вы на пляже, то, естественно, очки, шляпа, это там коктейль, как у бассейна, кто как где отдыхает. Мне кажется, вот ця фотографія дуже багато про що говорить. Тут і місцевий колорит, так, і пам'ятки історичні, і, якісь ще й люди. Да. Я, например, больше люблю делать не селфи, там я в Бомбее, я в Калькутте,
А я люблю снимать людей, вот местный колорит, это действительно память передает. Вот это было снято в Испании, на территории мечети, и мы видим мусульманскую женщину, и на фоне нее европейські женщини. Вот такой контраст. А ми повертаємося до наших моделей і наших фотографів. Так, моделі тут позують, як можуть. Посувають нові майданчики, нашу нову студію, таку гарну. Вони молодці. Бачите, як краще? Стоячи, їдячи, лежачи. Ви бачите, як вони реагують на те, як рухається модель. Значить, якщо ви фотографуєте дитину, або фотографуєте об'єкт, який ніже вас, ви повинні обов'язково присесть, не лениться и приседать. Не очень хорошо смотрятся снимки, когда ребенок, а папа с двухметрового роста его фотографирует. То есть будет нарушена диспропорция. Вот. Потом очень важно наблюдать за тем, что у вашей модели, у кого вы фотографируете, за спиной. Потому что... В данном случае у нас море за спиной. Да, часто бывает, на фоне яхт снимают, и из головы торчат у нас мачты. Ага. То есть или кусты, как олени, рога. Что не всегда украсит человека, которого фотографируют. Так, вот. У нас гарно. У нас поплыл уже в човни уже. Човни уже, так. Так, если вы фотографируете при солнце, я еще раз повторюсь, у вас солнце, вот как сейчас у нашего ведущего светит солнце за спиной, да, вот нарисовано. Значит, если в жизни мы бы так фотографировались, то ведущий нас бы был бы с черным лицом, да, был бы силуэт. Да, это контражуром. Да. Вот. И мне бы следовало бы стать в таком случае. Вам надо вот, было вот бы стать либо боком, либо вас пожалеет фотограф, поставит вас спиной, но при этом включит вспышку. Вспышку. И уже при помощи вспышки сфотографирует вас. У вас будут подсвечены красиво волосы с и красные солнцем. Глаза. И будут, да, и будет лицо тоже светлое, не темное. Вот, нафотографировали. Ну что ж. Дуже гарно. Киця, ти стала зіркою. Дивись. Ми дякуємо вам, Ірино, вам, дівчата, за корисні поради. Бажаємо нашим глядачам гарної відпустки і гарних фотографій. І на сам кінець ваші побажання і ваші поради. Я всем желаю мирного неба и при этом приятного отдыха, солнечных дней и хорошего-хорошего настроения. Будет хорошее настроение и будут отличные фотографии. Дякую. Ну что ж, фотография на память. Кто нас фотографует? Будет нас фотографовать на память всех. Гаразд. Давайте всіх, куди ми станемо? З команди. Давайте я вас фотографую на пам'ять. Я буду залишатися на своєму місці. Ага. Ви тут коло мене ставайте. Ага, от тут всі станемо, так? Так, да, хорошо. Ага. От зараз, бачиш, Кіця, вона вже їй дуже доподобається шляпа. Вона вже сіла. Улыбнулись. Ось таке фото на пам'ять в нашій студії нам залишає фотохудожник Ірина. Разом у такій гарній компанії ми завершуємо цей ранок. Бажаємо вам, шановні друзі, добрих людей на вашому життєвому шляху. Гарних відпусток, так. Гарного відпочинку. І хорошого настрою. До наступних зустрічей в ефірі. На все добре.